Уроки физкультуры сейчас у почти 70 школьников села Герасимовка Валуйского городского округа проходят на свежем воздухе. Месяц назад в спортивном зале начался долгожданный ремонт. Пол, там дырки были, мы наступали, падали, спотыкались. Очень ждем, всем интересно, как будет. Многие представляют, какой спортзал будет. В свое время к разрушению напольного покрытия привели ошибки при строительстве. Не было гидроизоляции. В декабре прошлого года родители к нам подключились уже. Написали письмо в местное отделение партии «Единая Россия». Просьба наша была услышана. Объект включили в партийный проект «Детский спорт Единой России». На ремонт из областного бюджета выделили около 2 миллионов рублей. К новому учебному году предстоит замена пола, электропроводки, внутренняя отделка зала и инвентарных комнат. Еще 400 тысяч рублей потратят на новое спортивное оборудование.